дублировала немецкий, который кто-то не понимал, а кто-то понимал неправильно, и услышав его перевод, наконец, вникал в суть того, что было сказано. Спасибо. Спасибо, Ицхаку, за чудесный доклад, который Ицхак передал. И нам ганцы группы, ее в лице всему коллективу, который нас туда обслуживал, который нам готовил, который убирал, который нас обслуживал за столом. Und die Küche, das war ausgezeichnet. Ich habe keine, überall alle Lob, das war die Küche. Und die Lampe. Also nochmals vielen, vielen Dank für den Namensrat von allen. Sie wird sich morgen früh persönlich von Ihnen verabschieden. Und nun wünsche ich allen einen guten Appetit. Нашего дружного стола, я думаю, присоединятся все женщины и их мужья, поблагодарить нашу уважаемую Светлану за прекрасно проведенный наш семинар. Да, вот предыдущие годы, и теперь она настолько стала опытна в этом Югентуме, настолько она вникла в эту еврейскую жизнь, что я просто удивляюсь этому. Мы очень благодарны, мы узнали много нового, прекрасные рецепты, очень-очень благодарны. Также хочу поблагодарить уважаемую Лидочку за ее прекрасный синхронный перевод, за ее глубокий внутренний интеллектуальный потенциал. Восхищаемся вами, вашим знанием, умением переводить и всего. Хотим вашим семьям, вашим близким пожелать здоровья, удачи во всем, чтобы все дальнейшие семинары проходили так же благополучно. Были у нас некоторые изъяны, но я восхищалась мужеству, терпению нашей Светланы, которая эти тяготы нашей жизни перенесла так стойко, заряжала нас оптимизмом. Мы очень-очень благодарны. Дорогие друзья, вот я читал в свое время Бруно Ябсинского, польского писателя, у него есть меткое выражение. Не бойтесь своих врагов, в худшем случае они вас убьют. Не бойтесь своих друзей, в худшем случае они вас предадут. Бойтесь равнодушных, только при их молчаливом согласии совершается в мире предательство и убийство. У нас равнодушных не было. Я хочу выпить за всех вас, окружающих нас, вот, всех, все мы здесь присутствующие, и пожелать всем только здоровья, только блага. Все мы произошли из энного, так сказать, общества, поэтому мы выдержали тот напор, который на нас воздействовал. Я имею в виду инфекцию. Мы ее побороли, как Света сказала, все в новом строю. Поэтому мы тоже, что все, мы тоже не дали перед вами грязь лицом, я так считаю. Потому что мы ни с кем не конфликтовали, все жили дружно. Я думаю, нам еще и недельку мы не только бы спаялись, а я не знаю, чем бы. Породнились. Всем здоровья, всем благ и всем-всем самого наилучшего. Будьте здоровы! Наверное, Светловская. Пятница, суббота, воскресенье. Нет у нас от старости спасения.
это Михаил Светлов. А здесь так, Бад Кессинген, курорт для стариков. Здесь редко встретишь молодые лица. Он к нам пришел из глубины веков и потому стал старческой столицей. Здесь воздух, соль, вода и променад. Да. Здесь недуги излечат и усталость. Они здесь чудеса буквально нам творят, но, к сожалению, не излечивают старость. Я хочу честно от себя признаться, что я уже здесь не первый раз. И, конечно, хочу выразить огромную благодарность организации, которая это организует. Это необыкновенно прекрасное мероприятие, которое должно продолжаться. Мы здесь сплачиваемся, мы узнаем здесь людей с других регионов Германии, с которыми мы не имеем возможности просто так общаться. В одном регионе мы, естественно, конечно, из Гемайнды в Гемайнду, из города в город. Вот, например, у нас в Нойрайн-Вестфалии, в нашем городе Витте. Но мы ездим в гости в другие синагоги и общины, мы приглашаем к нам, мы общаемся, мы узнаем, чем живет наш сосед. А здесь мы узнаем, чем живет вся наша Германия. И поэтому я хочу сказать огромное спасибо тем, кто это организует. Светочка, роднулечка, я хочу сказать тебе персонально. Я с тобой не первый год знакома. По молодости 10 лет тому назад, это от твоей молодости, да, ты была немножко рисковата. Ты была немножко некоммуникабельна с нами, ты к нам привыкала, ты пыталась нас понять. Прошли годы, ты стала гораздо мягче, ты стала гораздо мягче. Ты стала мудрой и весной женщиной, такой, как положено становиться с годами. За это я считаю, что мы все тебе должны быть благодарны. Я тебя очень уважаю, очень люблю. Лидочка, тебе огромное спасибо. Огромное спасибо за твой правильный перевод, красивый перевод. Я не буду говорить о синхронности, нет. Дело в смысле. Смысл ты передавала так, как мог передать вам никто другой. Спасибо. Огромное спасибо. Я вас всех люблю и думаю, что мы еще не раз встретимся, несмотря на то, что наши годы все-таки идут вперед. Спасибо. Будьте все здоровы. Спасибо. От меня. Thank you.
нет. Дай Бог, такие встречи в нашей жизни было побольше. И встречи еще вот с такими хорошими. Спасибо, Женя. Да. Я тоже хочу сказать, что я долго-долго буду помнить нашу встречу, когда пребываю в подборе. Просто постарайтесь запомнить о всех вас, никогда не забывать, и желаю вам из Гундер с вами, как говорят в Израиле, кто станет процессе. На иврите это звучит «Мэ, вэ и сри». Будьте все здоровы. Что, без отрыва от камеры. До 120 уже не только в Израиле, но и в Германии часто это Алый, я. И вы знаете, я с большой тревогой приехала сюда, но когда я узнала, что руководитель Светлана, моя тетка, а литературный переводчик Лидия, имя моей сестры, это я немножко повторяюсь, я поняла, что я попала в свою семью. Так вот, семья у нас, наша община, ну, семья прежде всего своя по крови, конечно. Община семья и семья Израиля. Света и Лида, столько дедушек, вот я сравниваю ту встречу с этой встречей, молодцы. Вы помолодели, повзрослели, поумнели, обогатились. Что мы и, конечно, видели. От имени Нюрнберга и, наверное, от имени нашего стола, где мы сидели, там 10 человек, мы желаем всем здоровья, творческих успехов по ЭПСам, с которыми мы познакомились. Ну, а Светочке и Лидочке всегда светить, везде светить. Будьте здоровы! За вами! Я хочу сказать, что мы счастливы, что у нас есть, во-первых, в каждом городе, откуда мы приехали, что у нас есть Гемади, наш близкий, теплый, родной дом. И я хочу сказать женщинам, которые, и мужчинам, которые не посещают Гемади, вы очень многого лишаетесь, потому что это наши корни. Но главное, что я хочу сказать, я не первый раз здесь, но Света и Лида очень много предлагают старания, чтобы вы что-то знали о иудаизме. И самый главный пункт этого, то, что они столько здоровья вкладывают, чтобы вы что-то узнали, самый главный пункт – это то, что вы должны это привезти домой. Вы должны рассказывать своим детям, вы должны рассказывать своим внукам, вне зависимости от того, они чистые евреи, не чистые евреи. Дети и внуки наши должны знать. Это я делаю на продолжение всей жизни, что я здесь живу. Это очень важный момент в нашей жизни. Донести то, что вы слышали, то, что вы видели, донести до наших детей и внуков. У меня 6 внуков и правнуков. И вы знаете, что я хочу сказать? Что я очень много вкладываю в этих внуков и в этом плане тоже, в плане иудаизма. Поэтому я от души вам желаю, чтобы вы не забыли то, что вам рассказали, и чтобы все это донесли до своих детей и внуков. Дыхаем. Дыхаем.
Mm-hmm.